Женский взгляд, открывшийся в преддверии Международного женского дня 8 марта, представлено около 40 фоторабот. На них изображены уроженки Азербайджана, добившиеся большого успеха в России и реализовавшие себя в различных сферах деятельности. Вы видите, какая удивительная аудитория и какая атмосфера. Это одно из наших мероприятий, посвященных этому замечательному женскому празднику. Сегодня мы решили провести выставку, посвященную женщинам бизнеса, творчества, врачам, женщинам, которые имеют непосредственное отношение к Азербайджану, родились здесь, но работают в России и достигли значительных высот. Выставка, открывшаяся в Российском информационно-культурном центре в Баку, уже стала доброй традицией. В прошлом году мы открывали выставку «Москва-Баку. Взгляд сквозь километры», в которой показывали предпринимателей, общественных деятелей, которые родились в Азербайджане, но теперь строят свое дело в России. Но тогда выставка преимущественно была мужская. В этом году мы решили исправить ошибку и накануне 8 марта Международного женского дня показать ярких, красивых, талантливых женщин, азербайджанок, живущих в России. В данной экспозиции показаны абсолютно разные героини – оперные дивы, бизнес-леди, чиновники, врачи, учителя. Однако их всех объединяет Родина. Эсмира Алиева, Рауф Гусейнов, CBC.